Заставонька. Друзья, посмотрите, пожалуйста, с подпиской меня смотрят. Вот, все, видите, сколько процентов. А без подписки он сколько, 90%. Несложно же, подпишитесь, пожалуйста. Вам несложно, мне приятно. Всем спасибо. Всем привет, друзья. В общем, очередной мелкий пакет из Латвии. По номеру вижу, что это должны быть алюминиевые радиаторы теплоотвода. Маленькие, размером 8,8 на 8,8 на 5 мм. Должно быть 10 штук. Значит, покупал 12 декабря. Сегодня у нас 3 февраля. В общем, сейчас они стоят... Так, 76 рублей стоили. Сейчас они стоят... 81 рубль. Вот так вот. Ну, давайте смотреть. Должны быть сразу уже с этими, как они называются-то, ну, клеющаяся основа должна быть уже термопроводящая. Так. Взял их для своего роутера. Но надо было всего 2 штуки, но продаются только по 10 штук. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 штук. Так, давайте откроем. Я вам покажу поближе, как это все выглядит. В прошлом видео, не знаю, вышло оно или нет, наверное, вышло уже. У меня был радиатор, я клеил его на процессор роутера, думал, в общем, что он перегревается и теряет связь, короче, с устройствами по Wi-Fi сигналу приема. Вот. Но в итоге оказалось, что посмотрел я на странице управления роутером, да, то, что у меня оперативная память, в общем, загружается полностью, и, возможно, она нагревается, и вот поэтому происходят такие проблемы. Вот хочу еще снять видео, наклеить на память, возможно, это поможет, но это мы узнаем в будущем. Вот такая вот у них клейкая основа и вот такой вот радиаторчик. Если он решит эту проблему, будет хорошо. Еще, не знаю, год, может, два, ну сколько роутер проработает, неизвестно. Вот. Это будет хорошо, а если не поможет, блин, придется, наверное, в скором будущем мне копить на новый роутер. Уже, наверное, гигабитный, да? Вот. Ну, а на этом, в принципе, все. Ждите следующего видео, где уже буду вскрывать второй раз роутер и уже клеить на чип оперативной памяти вот эти вот радиаторы. Ссылки будут в описании. Так что всем удачи, до скорых встреч, всем пока.